Ульяновский историко-мемориальный центр музея Гончарова первым в России принял проект «Музыка героев». Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному в 2015 году. Выставку представил генеральный директор музея музыки, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Михаил Брызгалов. Мы каждый год на протяжении всего этого времени, каждый год в музее здесь появляется выставка Российского национального музея музыки. И не случайно мы избрали место представления, российского представления выставки «Музыка героев» именно здесь. Ну, во-первых, год памяти и славы, год Великой Победы, год пятилетия нашего сотрудничества, все сошлось. Интерактивный раздел проекта дополнили материалы из фондовой коллекции Ульяновского областного краеведческого музея имени Гончарова. Мы постарались охватить не только период Великой Отечественной войны, но и несколько довоенных лет, и, конечно же, время победителей. Время, когда наши земляки, когда наши предки уже ощущали в полной мере победу над фашистским захватчиком. Онлайн-проект «Музыка героев» – это музыка тех, кто трудился в тылу. Воевал на передовой, выступал с концертами на фронте, поддерживая боевой дух солдат. Стержнем проекта стал аудиоспектакль, сценарий которого основан на реальных событиях и архивных документах. Он создан с учетом лексических особенностей речи советского времени, тем самым погружая нас в пространство и время описываемых событий. Увидеть тяжелые годы Великой Отечественной войны можно глазами молодого композитора, выпускника Московской консерватории. В июне 1941 года он, как и многие студенты, уходит добровольцем на фронт. Вместе с юношей зрители эмоционально переживают нелегкие дни войны, читают письма и дневники, знакомятся с музыкантами и композиторами, проходят нелегкий путь фронтовика, которому так и не суждено было написать свою симфонию. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, новости Ул-Правда ТВ.